Друзья охотники, всем привет! Сегодня я завожу приваду. Немножко тут у меня скопилось кое-какие кости, там отходы. В общем, пособирал там, у кого что было. На свалке там одну кость еще нашел. Со шкурой, немножко с мясцом даже. Такая пованивает уже. В общем, подсобирал. Приготовил все в железную флягу. Старую, знаете, такие есть. По-моему, 37-литровые они. Закрутил все проволокой. Все нормально подготовил, все упаковал, так сказать, чтобы Мишка доставал. Ну, привада на медведя, естественно. В одном месте у нас уже там привада стоит. Ну, а вот сейчас буквально первые деньки стоят такие теплые. После дождя пошла зеленка. Сейчас немножко еще повременим и будем уже, ну, проверять, приходил ли медведь. Как получится, естественно. Времени мало остается. До 10 июня всего лишь у нас охота на медведя. Не знаю, даже хотя бы просто его поймать в кадр, знаете, на камеру. Вот такой интерес есть. Привада чисто так вот его приманить, чтобы он где-то в окружности здесь бродил. Они здесь есть, но на приваду, естественно, лучше подойдет. Приехал сегодня вот на каракате, потому что бочку эту, флягу иначе никак, тяжеловато, на мотоцикле тоже никак. В общем, решил на каракате. Уже присмотрел тут две осинки такие хорошие. Между этими осинами привяжу проволокой и укрою с этой стороны, чтобы люди так не сильно, чтобы эта фляга выделялась, чтобы люди не видели. Пару мяндочек отломлю и закрою эту флягу. Буду ждать медведя. Так, перчаточки надо одеть, потому что неохота запачкаться этим запахом. Но я вам скажу, аромат такой Франции, что мало не покажется. Нормально так подкисло. Вот она, фляга. Я изначально из нее хотел сделать печку. Рябчик, кстати, свистит. Печку, но тут что-то попробовал, покумекал. Да нафиг она, тонкостенная слишком. Ладно, сделаю потом с нормального металла. Вот так вот всю проволоку закрутил. Я думаю, будет надежно. Если вырвет, ничего страшного. Все сразу он оттуда не достанет, потому что там и кость, и в пакете там всякая разная хрень. Вот. И у меня здесь еще одна фишка есть. Вот 20-литровый жбан, да? На низу буквально ряда 3 зельдя скисла. Там просто каша такая. Я это хочу рядом с бочкой вывалить, чтобы... Потому что сюда я сейчас уже все закрутил. Не хочу мараться, тут вот такая квашня. Я просто рядом, ну, обложу флягу. Попытаюсь сейчас это все выковырить как-то палкой. Но тут такой запах стоит, что ой-ой-ой. Так, ладно. А вот на такую проволоку закручу. Ну, там получится в 2-3 ряда. Я думаю, не должен оторвать. Тем более, между двух осин как бы нормально будет. И здесь такое... Это край леса. То есть, просматриваемость очень хорошая. То есть, сюда, на этот пятачок, я если выйду даже метров за 300, если он где-то здесь будет бродить, я его увижу в бинокль или в дальномер. По-любому. Так, на самом краю леса поставлю. Будем приманить. Может, волк придет даже. Ну, так, чисто, знаете, посмотреть. Лиса, это 100% придет. Фотоловушки пока у меня нету. Хотелось бы, конечно, но пока нету. Можно было какие-то кадры поснимать. Ладно, буду ставить. Опа. Ну вот. Плохие две осинки. Вот так. Она в диаметре, в принципе, хорошая. Медведь-то ее точно не вырвет. За ручки, за верх все это привяжу. Здесь у меня вот еще патрубок такой приварен был. За него попытаюсь как-то... Вот здесь в днище есть отверстие. В общем, как-то так примотать надо, чтобы он ее... Если я оторвал, то не сразу. Тросика у меня нету добротного, так что придется проволокой. В два ряда скрутил, думаю выдержит. Ладно, и вот это вот параш. Это в последнюю очередь буду сыпать, потому что пока буду закручивать, я здесь надышусь просто и угорю. Там такой запашище стоит, что это просто что-то с чем-то. Мало соли, короче, кинул с прошлого года. Она у меня подкисла. Я ее, ну как бы можно было еще есть, потом все. Потом она уже дала о себе знать. Это что-то с чем-то. Так, пока привяжу за ручки, потом за дно. Думаю, будет нормально. За обе ручки сразу продену. Плюс проволока и плюс вот эти крепления еще. Через них еще продену. Самое главное, чтобы медведь пришел, чтобы приманило его.
Тут запашок, я вам скажу. Опа. Ароматы Франции. Фляга нежалимая, если что, оторвет, укатит. Но я думаю, далеко он ее все-таки не будет уносить. Он просто там выковыряет то, что ему надо. И всех делов. И обязательно за низ. Потом все это вместе скручу. Как бы дело-то такое нехитрое. Опа. Ну вот, вроде бы более-менее. За дерево не переживайте. После 10 числа я уже эту приваду откручу. Осина настолько еще не успеет вырасти. Фляга на следующий раз пойдет. Проволока также. Ну все, днище примотнул. Чуть-чуть там. Не влезает, конечно, вся, но так, чуть-чуть. В принципе, вот самое главное за ручки, за закрывашку вот эту вот, за верх. Он ее будет катать, крутить. Это ничего страшного. Вот так вот лапника наломал. У нас мянды называют. По идее это лапник, правильно. Вот так вот. Понавешаю сюда на веточке, чтобы сильно она не блестела. Можно саму флягу, в принципе, обложить. Легонца. Может, что-то ветром сдует. Ничего страшного. Ну, чтоб не было видно. О! Отлично, закрыл. Сейчас вот эту парашу осталось. Ну там запах, конечно. Фу. Вот это сюрстреминг. Во! Ну что, попробую вывалить. Ага, видите, ух ты. Вот сейчас сюда сойдутся живность. Куницы, горностаи, ласки, мыши, белки, волки, лисы, воронья, птичек всяких разных, кукши. Надо флягу так и так помыть. Фу. Смотреть-то противно. Вот такая вот красота, ребята, смотрите, сколько зельдей испортил. Ну что ж сделаешь, всякое бывает. Не досолил, и вот что получилось. Ладно, все по красоте получилось, шикарно, флягу тупо не видно. Птички поют, красота. Немножко выяснило, вот правда опять натягивает, но это опять, наверное, вечером будет дождь. Каждый день, короче, пока у нас дождик, все льет. Жарко сегодня. Весь вспотел. Еще жилетку одел. Думал, прохладно. Ну, ехать-то прохладно, ветер дует встречный. Вспотеешь, потом холодно. Всегда надо на такой технике какую-то теплую одежду с собой возить. Кабины-то нет. Ну что, будем ждать, наблюдать. Надеяться на то, что придет. Здесь обзор хороший. Зеленочка буквально чуть-чуть вылезет. Ну, маловато еще, реально маловато. Вот буквально вчера только начала она появляться. Медведь любит, когда зеленка выйдет. Вот тогда он по полям шарится. Корешки копает, зеленку хавает. Он же такой у нас всеядный. Не поймет, что то ли корова, то ли, блин, хищник. Все ест. И свежее мясо, и падаль, и рыбу, и траву, и корешки, ягоды. Я не знаю, грибы ест, не ест, но практически все. Всеядный как человек. Так, ладно, все готово. Завожу аппарат, еду домой. Ну, короче, буду надеяться на то, что медведя я хотя бы поснимаю. Самому интересно, да и вам показать тоже. Как получится, в общем. Спасибо всем за просмотр. Желаю всем удачки. До новых видео. Пока.